Начать карьеру уже сегодня, не дожидаясь выпуска. Такая возможность была предоставлена всем студентам ТГУ. В конце апреля в ТГУ прошел ставший традиционным День твоей карьеры. Более 1000 студентов ТГУ воспользовались возможностью, которую предоставил День твоей карьеры. Для тех, кто ищет работу, 23 ведущие организации региона представили вакансии. Каждый студент мог пройти первичное собеседование и оставить свое резюме потенциальному работодателю. Я пришел сюда, потому что, во-первых, меня сюда пригласили, а я обычно всегда иду на приглашение. Во-вторых, для того, чтобы найти какую-то подходящую мне работу или послушать умных людей, которые мне предложат эту работу. Вот. В принципе, я получил уже 3 приглашения, очень интересные. Вот. Я думаю, возможно, ими воспользуюсь. Я не нашел то, что я искал, потому что я хотел найти что-то конкретное, больше связанное с моей специальностью. Учусь я на электрооборудовании, поэтому я как бы хотел больше, чтобы здесь было, думал, что здесь будет электротехнический завод, но здесь не оказалось, но, к сожалению, не получилось так, как я рассчитывал. Студентам, которым пока не удалось найти подходящую вакансию, отчаиваться не стоит. Надо просто оставить свою заявку в Центре организации практик и содействия трудоустройству студентов ТГУ. Сотрудники центра круглый год помогают студентам найти место практики, временную или постоянную работу. Согласно статистике центра, наибольшей популярностью среди работодателей пользуются специалисты по сварке, обработке металлов давлением, учителя начальных классов и воспитатели. Студент, что радует, ищет работу по специальности, и студенту важно развиваться. Сейчас многие студенты, они хотят сидеть просто где-то и перекладывать бумажки, получать за это деньги. Все, которые приходят к нам, говорят о развитии, говорят о том, что они согласны на небольшую зарплату, но готовы расти. Помимо ярмарки вакансий, День твоей карьеры – это еще и презентация магистерских программ. Для желающих продолжить обучение были представлены 43 программы магистратуры по 21 направлениям подготовки. Учиться в ТГУ можно очно, заочно и даже дистанционно. Я учусь на художника, на бакалавра и хотела бы поступить на магистратуру. Пришла узнать информацию, как это сделать, когда приходить и что мы там будем изучать. Узнать больше о магистратуре нашего университета и о трудоустройстве, возможно, для без опыта работы, допустим, чтобы возможно было совместить будущую магистратуру и работу. Неважно, на каком курсе вы сейчас учитесь, потому что будущую карьеру можно и нужно начинать уже сейчас. Как говорится, кто ищет, тот найдет.